Это моя жизнь, я так живу. Не трогай. Обычно как холхозный бас пошел, да? Это не химия, это все чисто, натуральное. Да. Химия будет, как у тебя, смотри. Это детский капитальный малыш. Если я тебе сейчас 10 минут дам, то их сразу потратили, да? Не знаю, они у меня уходят всегда. А сколько стоит это? Рублей 17, что ли? 17 тысяч, да? 30 чем-то стоили, короче, там, со скидкой. Сейчас люди подумают, вот он понтуется, вот он показывает свое. Тебе кинул вызов монгол. Если я не поделюсь, короче, да, я должен ему со своего кармана 500 тысяч отдать. Не, меня удалили оттуда, то, что ты снял, удалили оттуда. Фоткаюсь. Да, я не люблю это, короче. Да. У меня слабая рука. Смотри, какая парень. Смотри. Уже горит, готово. Даже нравится Конор Макгрегор. Он газует по-своему, да, короче. Да. Правильно ты делает. Видел, да, это? Да, конечно. Я Хазбека люблю. Любишь, да? Что бы он ни говорил. Но как-то он меня не любит. Как думаешь, из-за чего это, с чем это связано? Друзья, приветствую всех. Всем ассаламу алейкум. Вы на канале Асхаб Тамаев. Сегодня у нас очень интересный выпуск. Сегодня мы приехали в гости к Мураду и узнаем, как он живет, покажем ее квартиру, а также посмотрим, чем он занимается в свободное время. Всем вам желаю приятного просмотра. Также мы купили там немножко продуктов. Ну что, погнали? Мурад очень сильно просил, чтобы я его адрес не полил. Вот, так что все нормально, Мурад. Все нормально, сейчас будем драться. Ассаламу алейкум, Мурат. Как дела? Что, как доехали? Нормально. Но ты далеко живешь, конечно. Тапочка, где Мурат? Тапочка. Дайте мне микрофон, я надену на Мурата. Мурат, давай, чтобы тебе было хорошо слышно. Я вот так микрофон наденем. Так, вот так. Да, все четко, Мурат. Что, я тебе первый раз в гостях, Мурат? Никогда не был у тебя дома. Стало интересно вообще, знаешь, как ты живешь, как проводишь свое время вообще. Хотелось бы, чтобы ты рассказал, чем ты занимаешься в обычной жизни. В 2021 году сделал больше всего просмотров на моем YouTube-канале. Вот, у тебя рекордное количество просмотров. Вот ты пробил все рекорды, даже рекорды по просмотрам Хазбека, лично на моем канале. Да и вообще по охвату российского Инстаграма и YouTube, ты на первом месте. Так что я решил к концу этого года снять ролик, как ты живешь. Мне кажется, нашим зрителям будет интересно. Что думаешь? Не, нормально все. Нормально? Живем, так живем, да. Сделаешь небольшую экскурсию по квартире, покажешь, что и как? Что ты показал? Посмотри вот то, что есть. Я недавно его снимал. А вообще, когда эту квартиру переехал? Давно живешь в ней? Уже два месяца назад. Два месяца назад, да? Да. Такая уютная, хорошая квартира. А за сколько ты ее снимаешь? 55. 55 тысяч, да? Нормально. Она двухкомнатная. Двухкомнатная, да? Да. А почему ты решил снять именно тут? Именно, может быть, в этом районе тебе удобно, либо у тебя много знакомых в этом районе? Не, у меня здесь спортзал был, короче, рядом. Я этот спортзал снимал, короче, сюда переехал. А потом, короче, здесь ребята рядом нашли, и я не стал там переезжать, там, тут. Получится сегодня туда поехать? Да, конечно, вот здесь рядом. Да, туда тоже поедем, может, чуть покачаемся, да, короче. Можно будет. Ты хорошо набрал вес. А сколько ты весишь сейчас? Немного, 75. 75 килограмм, да? Я вижу, у тебя тут протеин лежит. Это же не протеин, брат. Это что такое? Это чисто, короче, вот спортивное питание, да. Я их даже вот взял, вот тогда еще, я их даже не пользую. Вот это, они да? Все новые, брат. Ну вот смотри, это... Где-то что-то пью и все. Это, белковый протеин, вот. Это не химия, это все чисто, натуральное. Да, да. Это натуральное, Это все чисто. Так, это написано, одна ложка молоко после тренировки. Ты пьешь это? Два раза я его пил. Короче, вот это все я, наверное, раз-два употребил. Это получается БЦА. Это не реклама, ребят, если что. Кто-то подумает, рекламу делаем. Это получается L-цитрулин. И вот это, да? Это омега-3, рыбий жир. Да, омега-3. И это рыба. Это креатин. Да, креатин. Это креатин. Да, это, да. Да, это креатин. А вот почему ты в такой хорошей форме вышел на бой к шведу, нет? Я их два раза выпил, говоришь. Да? Они же целые, брат, посмотри. Не, знаешь, все целые. Когда ты выходишь... Да, они целые. А это что такое? Они у меня на том... А это что такое? А? Это креатин. Это креатин, да? Это детский капитальный малыш. Не, креатин.
Мурат, когда ты вышел к бою к шведу, ты был в отличной форме, да и сейчас у тебя более глубокий рельеф был, хорошие мышцы. Как так получилось, что за такой период ты трансформировался? Как, откуда такая фигура? Многие писали... Здесь, да, как я себе знаю, да. Многие писали, что ты начал химию принимать, таблетки, уколы делать. Они много что могут писать. Я тоже говорил, как я знаю Мурада, типа... Вот человек, который сам не может до этого достичь, да, своим телом заняться, за собой заниматься, да, у кого-то, когда что-то видят, когда начинают, они, это химик, это того, это то, зачем это говорит. Честно скажу, вот это все я за свою жизнь второй раз, короче. И то они новые, ты же видишь. Да, а как тебе не нравится? Так и валялись они в шкафу. А как тебе нравится это вообще или нет? Не знаю пока. Один раз, два раза выпил, я их не знаю. Что у тебя есть, что показать? Возьми у тебя еда тоже. Это чисто, короче, приготовишься на обед. Да? Да. Это чтобы чисто ты мышечную массу набирать, да? Да. Это получается грибы, помидоры, овощи. Мясо там, все. Да. Все, а ты правильно питаешься, да? Нет, один раз было кушать. Один раз, да? Да, или два раза было. А так вообще, что ты любишь покушать? Не знаю, мне вообще без разницы, все подряд кушаю. Без разницы, да? Что, пройдем, может, что-то покажешь нам, что еще тебе? Что тебе интересно в квартире? Твоя спальня. И у тебя просторная спальня. Живем так скромно, да. Свет тоже все. А это, у тебя вот тут такая полка интересная. Что здесь интересного? Да у тебя, смотри, духи есть, вот, перчатки, все. Хочешь, я тебе нож покажу. Именной мой. На, посмотри. Смотри, лезвие, короче, аккуратно. С уважением и сарапилу от Магомеда. Базара. Да, это мой брат, это сослуживец. Он да? Мне, да, именной сделал. Какой хороший, нет? Кузьярский, чисто. Оттуда сделал, отправил. Здесь же тоже написано, что ты не читаешь. А? Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Базара нет. И наоборот написано там, с этой стороны посмотри. Там тоже написано, да? Да. Чисто именно. Ты как суешь его, не так же, брат. Да как надо, я просто не умею же. Ты что, ножами не игрался, что ли? Нет. Вот здесь еще. А ты с детства, да, с ножами играешь? Не, нет, ты же не особо-то. Так, без нужды не вынимай, без славы не вкладывай. Да. Это что значит, Мурат? Без нужды не вынимай? Это значит, вообще он не нужен с собой таскать. А вообще когда-нибудь носил с собой нож, друг что, да, всякое было в Москве? Ни разу не носил, не носил, да. Ни нож, ни а перчатки откуда у тебя это подарены? Либо? Это когда я тренировался, да. Тренировался, мне да? Купили. Купили такие же еще есть, там сумки где-то валяются. Понял, понял. Круто, круто. А и... это, конечно, с этого вытащил, да. А, видишь, с этого? Автоматика, это, да? Да, да. 50. Говорят, что это обман. 50 рублей. Не, вот здесь рядом не смогу, не оттуда. Вытащил, да? Да, с пятерочки. Слушай, а это что за духи? Духи, обычные духи. Любишь, да, духи? Да, а что? Смотри, Мурат, мы тебе во время пресс-конференции нашей вручили Оскар. Где Оскар? Честно скажу, я его сломал. Почему? Ну, я злой был, не знаю, она в руки попала, у меня и сломала. Серьезно? Да, здесь братан чуть-чуть обещнул, короче, и ногу. Ударил, да? Или вот так? А? Ударил, либо... Я его кинул, короче, она сломалась. Сломалась, я да? Я даже не знаю, где он. Короче, ребят, наши зрители... Как есть, говорю. Да-да, как есть, надо говорить. А наши зрители очень сильно просили, чтобы мы тебе вручили Оскар, так как ты, говорят, снялся во всех фильмах. Она у меня в руки попала первой, понимаешь ты? Вот здесь она стояла, я хотел что-то кинуть, и первые руки она попалась. Прямо вот здесь она стояла. Я его взял, кинул, короче, и она сломалась. Сломалась. Она железная была, нет? Или алюминиевая? Нет, она какая-то алюминиевая. Да? Короче, ребят... Ребят, короче, Оскар, который мы вручили Мураду, его нету. Поэтому... зависит, все зависит от вас. Будем мы, я как знаю, в год не вручают два Оскара. Вот, год вручают только один Оскар. Поэтому у зрителя нужно спросить, возможно ли такое, что мы тебе вручили второй Оскар в этом же году. Если зрители попросили, вручили, конечно, я извиняюсь перед зрителями. Не, нормально. Не, вообще, да, ну так получилось, когда человек неадекватно, все бывает. Да, я просто не знал, что попалось ему первые руки, это у всех бывает. Да, да, да. Она попалась, я кинул ее. Получилось. Поэтому, да, друзья, так что за все зависит от вас, вручаем ли мы второй Оскар Мураду. В Москве я уже больше, наверное, полгода, и каждый день мы живу в гостинице. Гостиница очень неудобна. Посмотрев твою квартиру, уютно, я даже сам захотел. У тебя вот на столе лежат фрукты, очень красиво. Клубника даже лежит, Рафаэлло конфеты. Клубника – это хазбик.
Да, клубника это хасбик, да? А, вот. У тебя все дорого, Рафаэлло конфеты, там, зефир, лимон нарезанный. Кто это все делает? Ты делаешь сам? Секрет. Секрет, да? Мурат, вот по поводу этого телефона, да, у тебя лежит, я вижу, 13-й. А у тебя в кармане какой телефон у тебя? Карманы? Да, ну, это обычный, да? Redmi обычный. Redmi. А почему ты пользуешься Redmi? У тебя вот 13. Думаю, да, я всегда пользуюсь Samsung, Redmi. Это откуда 13 iPhone? Я никогда не пользуюсь, потому что не умею пользоваться, и как-то неинтересно было, да, iPhone. У Мурата 13 iPhone не пользуется. Она стоит уже 2 недели, я даже сим-карту не положил на новый телефон. А за сколько ты его купил? Ребята купили, привезли. По-моему, 102. Что ли, 106? Понял. Да. Вот, без сим-карты, она стоит 2 недели, валяется, она же не пользуется. Ну, надо поставить сим-карту, там, свои дела делать. Я тоже пользуюсь iPhone 13, он очень удобный. И фото тут бомбой получается, очень. Смотри, Мурат, я вижу, тут у тебя лежат, ну, наверное, сдача. 400 рублей, да, которые было не оплачено на такси Вадиму. Вот, это, эти 400 рублей, сколько стоила поездка, не знаешь? Они по 400 чем-то было. 440 или 430 рублей. И вот эти 400 рублей, получается, каким-то образом в последний год твою жизнь, ну, как-то сильно поменяли. Может быть, да, ты скажешь, что она не поменялась, но она реально поменялась со стороны. Тебя знает, вся Россия тебя знает, понимаешь? Нет, так-то раньше тоже у меня плохо не было, да. И сейчас тоже, да, и раньше, да, я жил как надо, да. Ну, да, где-то что-то поменялось, я говорю, нет. Но я бы по-любому хотел бы это все, чтобы этого всего не было. Не было, да? Да. Чтобы она вообще, чтобы я жил бы своей жизнью, да, спокойно и в парке гулял бы спокойно и все. Ты вот за последнее время, получается, заработал, ну, нормальную такую сумму денег. И в последнем ролике, когда мы снимали во время покупки мне машины, ты сказал, что там заработал, ну, 10 миллионов. Вот, пусть будет так. Это же шутка была. Шутка была, да? Конечно, там пишут в интернете, там, заработал там 10, кто-то говорит 15, кто-то говорит 20, кто-то говорит там... Сколько ты заработал? Что я заработал? Как заработал, они так же, короче. Ну, так смотри. Так же они ушли. Мурат, я сейчас не буду кому что делал там говорить, так же ушли они. Мурат, я не могу деньги держать. Мурат, я понимаю, ты скромничаешь, я понимаю, что ты сейчас говоришь, что 10 миллионов это неправда, но... Ну, это далеко не правда же. Ну, смотри, я знаю, что ты заработал хорошие деньги, ты у тебя там за бой гонорары были очень высокие, за ролик у тебя гонорары. Ну да, плюс-минус ты заработал примерно вот столько, Мурат. И эти деньги ты не видел, почти что их нету, да? Нет. Эти деньги, которые ты заработал, на что ты их потратил? Куда они делись? Так же, да, как раньше жил, там, или тому помог, или тому отдал, или себе там. Долги много просят? Кто много долг просит, да? Ну, долги просят тебя. Ну, бывает, да, если честно. Бывает, да? Да, бывает. Вообще... Я тоже сейчас, чтобы они меня слышали, я говорю, это не так, да. Ну, ты сказал, я ответил, да, да, бывает, просят, я даю. Вообще, маме и папе вам помогают? Тоже помогают, да, всем помогают. Это самое главное. Любому помогаю. Когда я тебе последний раз звонил, ты сказал, что ты занят. А когда я спросил, что ты делал, ты сказал, что ты делаешь намаз. Вот. Ты намаз делаешь, да? Да, да, иншаллах, конечно. У тебя есть коврик? Конечно, иншаллах, намазы всегда делаю. Бывает, там пропускаю, там куда-то да. Поехал. А так совершаешь намаз, да? Да, да, намаз всегда делаю, да. Без намаза как. Машаллах, машаллах. Так что, ребят, Мурат совершает намаз. Но, честно сказать, это очень хорошее качество, то, что ты совершаешь намаз. Я обычно в своем инстаграме, у себя на YouTube-канале, я это не показываю, чтобы люди не писали, что это показуха, что это я хочу показать. Для показухи как можно намаз сделать? Да, да. Вот, единственное, есть один ролик. Я вообще в жизни для показухи как можно намаз сделать? Да, да, да. И вообще у меня есть один ролик, где я показываю, как живет Асхаб Тамаев. Я там показал, чтобы был это пример для молодежи как-то, да, что мой день начинается с намаза. То есть я утром сделал намаз и занялся своими делами. Этим я хотел показать, что я являюсь мусульманином. Несмотря на то, что у нас есть косяки, то есть у тебя есть косяки, у меня есть, они у всех есть. Да, но показал, что намаз это является неотъемлемой частью моей жизни. Аллаху акбар. Ребята, это основная часть моей жизни, иншаллах, Рахман. Всегда делаю намаз, бывает там пропускаю, но стараюсь очень сильно не пропускать. Всегда делаю, не оставляю. И хотел бы всем молодежам, да, не то, что молодежам, всем, короче, что, иншаллах, чтобы старались, делали намаз, делали благие дела, делали два. Все мы грешными, и такими, у всех и все. Но при этом приходить в себя, когда мы ночью спим, мы понимаем, что мы плохо сделали, мы понимаем, что мы ошиблись, мы понимаем, что плохие слова говорили, при этом каяться и делать намаз, иншаллах. Мурат,
Сейчас накормишь нас, да? Конечно, садитесь. Короче, ничего я тебе полезного не принес. Единственное, вот тут мандарины, короче. А ты вообще Новый год празднуешь, вообще гуляешь или нет? Так выходишь с нами просто, да? Так как все нормальные люди, да, там, еще елку посмотрел, там, прогулялся. То же самое, а да, так, вот. Праздного такого у меня не бывает. Просто вышел, прогулялся, посмотрел, что будет. Да, я понимаю, что это не мусульманское праздник, все такое, ну, как бы я считал, вот, дети радуются, там, елка. Да, ну, да, ну, да. Ну, вот это суета, да, и все, а так вот, такого. Вот, сливочный сыр. Соленые огурцы, я не знаю, почему, просто, наверное, потому что я люблю их. Не, я же водку оставил на этом. Не, водка причем. Не, они вообще бомбу взлетают с любой едой. Яйца обязательно, белок. Спасибо вам, спасибо. Вот, что там еще? Ну, хлеб я просто принес, потому что было... Куда я их поставил? В холодильник и так помню. Эй, очень круто, что у тебя ты тут нету... Тут... Ты вообще пиво все это оставил, да, брат? Все, вообще алкоголь. Честно сказать, что, брат, да, нет-нет, бывает. Нет-нет, бывает, да? Да, да, ну стараюсь не пить. Ну, хорошо, что у тебя нет чуть ничего. Мы заранее не готовились вообще, чтобы вы понимали. Так, сок есть. Это добрый в честь тебя, да? Рич. Что тут, бананы тоже есть. Ты бананы вообще кушаешь? Да. А вообще, какая твоя любимая еда? Я люблю жидкий кушать один раз. Жидкое, да? И смотри. И мясо. Я не знаю, почему я принес, наверное, из-за того, что я люблю доширак, я принес. Знаешь, что доширак? Конечно. Когда-нибудь кушал? А что, конечно, всегда кушал. Я, знаешь, как мне нравится? Что нам сейчас здесь что-то говорили? Доширак кушали, и все кушали. Я хочу. И без доширака бывали. Я сейчас хочу доширак покушать. Все бывает в жизни. А нам доширак мне очень нравится. Это не из-за того, что типа на камеру. Я очень люблю покушать, вкусно покушать в ресторанах. Но бывает иногда такое, что хочется чисто доширак взять, соленые огурцы. Тем более острый, да, доширак? Да. Я его бульон люблю просто. А видите, острый доширак, да. Разбираемся, что за доширак вкуснее. Да, да, вот острый покупаешь, а бульон хороший бывает. Да, мне тоже нравится. Макароны особо. Тоже. А где твои друзья, где твой этот брат? Брат. Они отдельно живут, да? Брат уехал в Махачково. Уехал, да? А так он с тобой живет или нет? Свои дела там. Ну, что у меня бывает, да, там. Понял. Бывает, да. Друзья тоже, да. Кто в Махачкале, кто в Москве, кто где. Честно сказать, со всеми пообщаться тоже не получается, короче. Вот. Кто-то, наверное, плохо поймет, кто-то... Ну, я думаю, мои настоящие друзья плохо меня не будут понимать, потому что мы же увидимся по-любому, мы пообщаемся, посидим. Бывает такое, просто не со всеми можно общаться, на самом деле. Открытие, у меня кисти болят. Чисто, а ну дай сюда попробуй. Давай. Если ты не откроешь сейчас, если я сейчас открою. Нет, ты откроешь, у меня кисти болят. Ай, брат. Смотри, не удаляй это видео. Конечно, удаляй. Конечно. Кисти болят. А вообще этот, по поводу того, что там интернете там про тебя там разные спортсмены высказываются там, это уже все вообще смотришь, видишь вообще? Я вообще ничего не смотрю. Не смотришь, да? Надоело, да, все? Неинтересно вообще. Мне, знаешь, основном меня 90% людей... Я вот, как ты сейчас говоришь там вот так, да? Я вот от людей слышу, да, это все. Понял. Да, а так вообще не смотришь, что, да? За каждого сейчас смотреть, короче, за каждого нервничать, за каждого ходить, что ли? Мне вообще делать ничего, что ли? Мне вообще никого смотреть не надо. Я пускай свою жизнь живу, да, я живу своей жизнью. Я не мешаю никому, ничего не делаю, так что пускай сами не мешают и все. А как ты думаешь, почему вот тебя так люди сильно смотрят? Вот твой ролик набирают там 4 миллиона, 5 миллионов просмотров. Как думаешь, из-за чего это все так? Не знаю. Я сам удивлен. Да? Я вообще не пойму, почему так тебя смотрят, любят тебя очень сильно. Вот, ребят, напишите обязательно в комментариях, как вы относитесь к Мураду. Многие писали... А я знаю, что чувствую. Вот что бы там ни было, как бы там ни произошло, да. Ты говоришь, почему смотрят? За меня люди, короче, да, и плохое говорят, и хорошие тоже много кто говорит. Да. Да. Но самое главное, я знаю себя, кто я, что я, и родители меня знают, и мои соседи знают, и кто меня знает, все знают, да. И Всевышний это все видит, я никак не смогу здесь соврать перед Всевышним. Как, иногда я думаю, как я был бы, там все другие, да, конечно, было бы все хорошо. Да? Да. А если бы все были такие, как ты, все же таксисты кидали бы? Не, это какие-то отрывки, да. Это у каждого все бывает. Его не это. Самое главное, вот, душевно, да, в душе человеческого, вот, как-то вот уважение, да, вот, для меня это самый первый раз. Многие мне пишут, типа, как тебе Мурат как человек, а я всем отвечаю, как человек, Мурат вообще, типа, мне очень нравится тем, что, несмотря на то, что ты был на огромном хайпе и есть на огромном хайпе, ты...
никак не становишься высокомерным. А такой был Мурат, как такой, такими и остался. Инна Аллаха, никогда в жизни не бывает. Изначально, когда мы начали снимать первую ролик... Высокомерный это для меня, это никогда не буду. Изначально, когда мы начали снимать ролики, первые ролики, да, с тобой никто не мог снимать ролик, мы с тобой договорились, ты мне дал, ну, дал слово, что только со мной будешь снимать. Так и произошло. Мурат до конца, что начал со мной, в начальном пути и до конца, короче, снимая со мной ролики. По поводу суммы мы легко договариваемся, нет такого, что Мурат там завышал мне ценники какие-то небесные. Нет, мы договариваемся спокойно. Но есть такой человек, как, ну, Хасбик, да, который работал со мной, но потом начал называть какие-то небесные цифры и вообще отказался. Что вообще думаешь по поводу этой ситуации, по поводу Хасбика? Что мы с ним поссорились? Ну, Хасбика я люблю. Любишь, да? Что бы он ни говорил, пускай он даже что угодно говорит. Да. Ну, как можно на Хасбика? Честно сказать, обидеть, я тоже его люблю очень сильно. Обидеться на него или что там. Это даже не обсуждается, брат. Это осуществленный человек такой, короче. Да. Сами понимаем, да. А вообще, наоборот, мы должны его, что бы он ни говорил, делать, да, и все такое помогать. Мы с ним, с Хасбиком, как бы, чуть-чуть недопонимание. Я так к нему очень хорошо отношусь, я очень сильно люблю, ну, потому что Хасбик реально продвинул меня, также я его продвинул, мы взаимно друг другу помогли. Конечно, тебе же тоже выгода была какой-то. Конечно, конечно, это в первую очередь для меня выгодно, и для него это большая выгода. Но как-то... И человеку помог, он тебе помог, да. Но как-то он меня не любит. Как думаешь, из-за чего это, с чем это связано? Я даже не знаю, я даже особо не смотрю же ваши ролики. Честно, не смотрю. Тут что-то непонятно. Может, не знаю, свое внутреннее. Это обиделся, да, если ты говоришь, обиделся. Да. Ну, с Хасбиком все, больше я роликов снимать не буду. Хасбик, если ты нас видишь, ну, по-любому этот ролик увидит, короче. Братка, не обижайся, здоровья тебе. Я ему, когда в Москву последний раз приехал, я ему написал, давай встретимся, увидимся, посидим в ресторане, покушаем. Он мне сказал, нет, типа, вот. Ну, я это, конечно, не понимаю. Хотелось бы, чтобы он ко мне хорошо относился, чтобы нормально. Эти ролики мне уже, ну, неинтересно, не надо даже уже. Ты ему камере скажи, Хасби, чтобы как бы ни было, скажи, извини меня, прости меня. Не, так-то нормально, да. Хоть даже он не прав, ты обязан, ты должен ему сказать. Никто никому не обязан, я должен, я как слово говорю, да, просто. Потому что ты на себя смотри, какой он, на него посмотри. Это, как бы ребенок, да, как бы. Ну, наш этот, конечно, брат. И никогда в жизни, что бы ни произошло бы, Хасбика никогда в жизни в обиду не дадим. Аллах, никогда нельзя. Ну, просто мне многие, знаешь, что пишут? Снимай ролики с Мурадом, Хасбик неблагодарный. Тебе ложку дать? Нет, нормально. Ты же кушать будешь. Мурат, когда вышел ролик с Вадимом, он стал набирать огромные просмотры, ты был везде. И в период этого ролика вышел такой ролик, где папа был на тебя сильно обижен, был очень сильно расстроен по поводу твоего поступка, да? И... Ну, видно было, что он сильно расстроен тобой, твоим поступком. Как сейчас у тебя дела с своей семьей, с отцом? Всегда у меня с отцом очень хорошие, короче, отношения. Я с отцом, короче, как отец с отцом бывает, короче, как с другом бывает, короче. Мы очень сильно уважаем друг друга, короче, и любим, и относимся, да, и всегда понимаем. Ну, а мы с тех был, да, человек, любой папа, да, я думаю, короче, с порядочной семьей, когда свою... Ребенок что-то плохое совершает, по-любому и мама, и папа, они будут и ругаться нас, короче, и кто бы там ни приходил, прямо они будут говорить, какой его сын тоже, короче, и сам будет ругать. Ну, на тот момент, на эмоциях был, короче, он там что-то сказал, там, туда-сюда. И когда я ему объяснил ситуацию, все такое, короче, да, потом еще он меня ругал, не разговаривал со мной, а потом же нормально, да. 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 На самом вот деле, так получилось, да, что... На самом деле, неприятно было ему это все, конечно. Любому папе это неприятно было. Но опять-таки, так же взятка уже, да, у всех семей есть такое, да, как же там, кто-то может выпить, там, материться, там, что-то такое. Как, я просто попал на камеру, да, на эмоциях был, я ехал, я попался, да. Но это не значит, что я там какой-то дурачок, там, какой-то этот, да. Все ребята сидят, кайфуют, отдыхают, да, там кто-то матерится, там кто-то там на эмоциях, кто-то что-то крикает, кто-то подрезается, все бывает, все же, это элементарные вещи были. А мне взяли, выставили туда. И знаешь, какая сейчас тема пошла? Многие таксисты, поняв, что Вадим, сняв тебя, стал зарабатывать деньги, стал популярным, они, пошел такой тренд, что таксисты теперь всех снимают, специально выкладывают, надеясь, что у них также станет ролик популярным, и надеюсь, что они так же заработают, как Вадим. Да, не то, что так, вообще никому не дано кого-то снимать, куда-то выкладывать жизнь без его способа.
как ты можешь... Но они делают это так. Но они делают, да, они неправильно это делают. Я с тобой полностью согласен. Как этот человек что-то делает, какой бы он ни был, даже последний человек, да, его снимать, там, над ним прикалываться, там, показывать, говорит, что за этот детский сад вообще? Как это понять? Вот это, ты что, делать нечего, что ли, снимать людей, ходить или как-то что-то? Собой займись, да, и все. Это некрасиво же, это некрасиво. Человек может в любом месте оказаться, как оказаться, да, снимать его, короче. Вот пьяный, да, примерно, короче, да, как я примерно. То же самое взяли, короче, поставили. Любой человек пьет, любой человек отдыхает, со стороны его снимают, короче, закидывают там. Ну, примерно даже, короче, вот скажут там, куда-нибудь в туалет он зашел, или как-то что-то такое. Вот бывает такие тоже, короче, снимают. Ну, как так? Ты о себе вот подумай, что ты можешь так же, короче, вот так. Тебе тоже могут так же снять, так же куда-то закинуть. Ну, это же некрасиво. Это элементарная вещь человека, которую вообще не должен делать. Да, попросили, если он там согласен, да, можно там пофоткаться, там, снять какое-то видео, там, куда-то закинул. Ну, нормально, прилично, что-то такое. А я даже боюсь, даже выходить там где-то, боюсь, даже кто-то меня снимет, да, короче, да, иногда бывает там, короче, вот едешь, да, там, куда-то тебе надо там срочно, да, ну сам понял. Даже боюсь выходить, где-то что-то такое делать, думаю, сейчас кто-то увидит, там снимет и закинет, да. И вот тот раз тоже помнишь, короче, там какой-то ролик вышел, там какая-то такси кинул-то, я не кинул, короче, но вот это получилось, короче, да, вот эта суета. И второй там вышел, там у нас машину остановили, короче, менты. И, короче, этот, документы проверяли там туда-сюда, короче, кто-то проезжал, взял, снял, короче, вот опять Мурат там, короче, да, вот да, такси да. Кинул, видел этот ролик? Маленький, да, да, да. Опять Мурат, короче, вот опять, короче, там такси кинул, там туда-сюда, короче, вот смотреть там мусорки, да, что-то, короче. Как так можно такие вещи делать, скажи, давай. А ты знаешь, как ты нервничал за эти вещи, бро? Клянусь, у меня бывает ночами даже не сплю, отвечаю, как я сказал. Я поэтому день один раз покушал там, специально от злости отменил, там пошел, позанимался, пришел, прогулялся туда-сюда. Но как-то не хотел там не думать, да, там, не нервничать, не получается. По-любому ты всегда наливал, вот вся суета, где-то что-то тебе за тебя говорит там. Ну а что, ничего страшного. И при этом не собираемся никому-то падать там, не как-то, короче, кто-то радовался за нас, короче, там. Что нам было плохо, мне это никогда не позволит, иншалла. Будем стараться и идти дальше. Вот и все. Четко. Что, тебе покушаем, чаем? Как есть, говорю. Ты кушать не будешь? Не, не хочу, я же по утрам не кушаю. Как ты будешь качаться сейчас? Чуть-чуть надо. После обеда покушаю. Короче, перекушу, пойду, позанимаюсь, приду. Вот когда с позвала прихожу, я кушаю нормально, сижу, кушаю. Вот один раз я тебе говорю, плотно я могу покушать. Да? Да. Даже кто меня слышит, кто меня знает, да, вот друзья все, вот, они могут даже подтвердить, даже моя семья. Доширак как бы, ну. Четкий. Вот там сыр, кожа, помидоры, огурцы, возьми это что-нибудь, да, тебе? Где сыр? А? Давай я тебе, короче, помидоры порежу. Помидоры, огурцы, надо. А? Надо? Не, серьезно, сыр, мир, там, сметана, я сметана, кофе. Вот, брат, вот, холодильник возьми, чтобы надо будет, нормально. Говорит, тоже мне не надо, вот, чувствую себя как у себя дома, брат, вот там все есть, что по кайфу возьми. Мрат, у тебя вот тут очень бомбовый вид. Что за место? Ты говорил, там на лыжах катаются люди, да? Да, вот здесь люди гуляют, короче. Вот тропинку видишь? Да. Заходит, вот, полностью лес, елки, ну, там люди гуляют. Ты вообще там бегал? Сколько раз хотел там идти на пробежку. Каждый день говорю, пойду, не приходит. И вон там, короче, вот это как дорога, когда там на лыжах тоже катаются. Что у тебя тут? Тут обычные мои вещи, да, там, шмотки, не шмотки, штаны, маны, короче, вот, спортивки, мотивки, сумка. А что это? Что так? Это хороший фильм. Чего не выбирал это? Ну, ни разу не одел, оно новое, просто я укоротил и все. А сколько стоит это? Рублей 17 всего. 17 тысяч, да? Это так все. Ты дорогие одежду покупаешь, да? Ну, когда деньги есть, да, когда нет, то недорогие. Дорогие брюки. У меня, например, стоит там 1007-8. Не, у меня тоже бывает 1007-8. Бывает даже 1003 бывает, дело не в этом. Когда тебе вещи нравятся, вот, понравится, одел. Ну, ты любишь модки, да? Да, не жалко, как бы, конечно. А в основном твой расход на что бывает? На еду, либо же на одежду? На что обычно ты тратишь? Либо же на отдых тратишь? На одежду и на отдых. На отдых, да? И на одежду. Понял. Вот я увидел второй нож. Ты любитель, походу, ножей, да? Это зайчика нож. А, брат. Зайчик, кто не знает, это брат. А как его зовут? Зайнудин. Зайнудин, да. Ну, в своем кругу его называют зайчиком. Да. Тоже красивый нож. Я его сломал, этот дверь, короче, у меня захлопнула здесь. И просыпаюсь, короче, она мне открывается.
И получилось дверь, так, да? Короче, да. Я его дверь открывал, короче, ну, дверь тоже испортил, короче, и замок тоже испортил, короче, и пришлось это, открыть с этим ножом, вот сломался, видишь. Это тоже фирменный, да? Нет, это беспонтовый такая. Беспонтовый, да? А как думаешь, тот нож сломался бы, если ты так открывал? Они две висели там, я его не взял. Я свой не взял, я его не взял, короче, сломал, он говорит, а что ты свой не взял, говорит, это мой взял, говорит, сломан, а не наезжал еще, это моя дороже стоит, чем твоя. Если я тебе сейчас 10 минут дам, то их сразу потратишь, да? Нет, ну, не могу сказать, я сразу потрачу, не знаю, они у меня уходят всегда. Да. Вот как приходят, так и уходят всегда. Я в месяц знаю, сколько трачу, но... Ну, на себя чисто я 500 тысяч. Не хватает. Месяц? Да. Тысячи? Да. Мне тоже хватает. Вот. А ты можешь... А кроме мамы, помимо тебя же, там же есть еще люди. Дома там, тут, короче, окружающие. Там. Ну смотри, я должен себя обеспечивать. И если что, вдруг решать проблемы отца и мамы, да? И все. Это да. Я что, должен все поколение, все кормить, что ли? Не, это да, разговор нет. Ну, не знаю, человек бывает разный, да. Вот бывает, человек вот напротив тебе стоит, просит, да. У меня мало друзей, у меня друзей нет особо. Или позвонит, просит, да, когда у тебя на кармане есть, я не могу сказать, что у меня их нет. Даже какой бы человек ни был, я не знаю. Если что-то попросит у меня, вот примерно вот зашел человек, это попросит, да, я ему скажу, возьми. То есть к материальному? Ты легко относишься, да? Вообще легко, очень легко. Иногда был злюсь, короче, говорю, все уже, короче, здесь все. Пускай обижаются, кому что-то не осталось, или как-то что-то, здесь, как ты говоришь, там, не должен, должен, там. Да. Начинаю злиться, когда мне надо уже, когда нету, короче, вот, начинаю злиться, да. Ну, опять-таки, когда что-то появляется, опять-таки, вот, так же поступаю. Ну что, Мурат, смотри, может, ты говорил, что у тебя рядом есть зал, может, пойдем чуть-чуть, там, минут 20-30, разминку сделаем, потренируемся, может. Пойдем. Че, собирайся тогда. Сейчас оденемся, пойдем. Давай. Мурат, покажи свой гардероб, да? Свою обувь. Что гардероб? У меня вещи там, на квартире, там, тут, короче, да. Как и это, то, что давай. Здесь осталось. Из-за этой обуви самые дорогие какие у тебя? Вот эти. Эх, Махачкале, бро. За сколько? Да, они. Сколько они? 30 чем-то стоили, короче, там, да, со скидкой, короче, да. Это когда ты их брал? Это я когда Махачкале был. Вот это обувь бомбовая какая-то. Да, это тоже дорогой обувь, короче, это мне пацан, короче, зашил в магазин. Лора Пиано, да? Да, есть у меня такой брат, Амир. Так, зашил в магазин, он мне взял, купил, подарил мне. Это подарок. Ну это вообще какой-то колхоз, Мурат. Это я летом покупал, чисто там без... Это, они такие удобные, да. Удобные, да? Да, спортивка, да, удобные вещи. Ты спортивку вот эти носишь, да? Джинсы, спортивки, да. Удобнее они на ноге. Чисто кавказский, да. Вариант. Они дорогой обувь. Дорогая обувь? Да, да, это смотри, вон это же. Что, можно куртки посмотрим твои, куртки? Она недорогая, 1020 стоит. Недорогая? Сейчас люди подумают, вот он понтуется, вот он показывает свои. Не, такие, не, нет, это да, мод. Да. Ты спрашивал, я сейчас показываю. Вот это вот бомбовая штука, честно сказать. Вот пижак. А где твой этот накидка как во время поездки, которая была с Вадимом? А? Это есть, как называется? Свитер, что ли, во время поездки? Я его где-то забыл, в каком-то кафе, что ли, я не знаю, забыл. Нет, честно сказать, у Мурада есть вкус. Хорошая одежда. Это хорошая вещь. Да. Кашемир, это все, одеваешь. Нет, вкус у тебя есть. Костюм там, сюда. Ну, вещи там другом. Это все новое в последнее время, что ты купил, да? Да. Это не понт, ничего, короче, да. У каждого человека есть, куда-то на свадьбу пошел там, или куда-то в ресторан пошел, или на прогулку пошел там. У тебя тут все очень чисто, все так. А вообще, кто убирается? Ванная как ванная, да, сам, да, кто еще? Очень чисто, плотно, да? Ну, я люблю чисто лежит, да. Я здесь... Базара нет. Чистая обувь у тебя? Конечно, чистая, а что не чистая? Собираемся, короче, в зал. Короче, как-то так. Мы сейчас в твоей машине поедем? Нет, моя машина на ремонте. Как на ремонте? Ну, сломался, да. Что с этим случилось? Неделю, наверное, три там стоит. Мотор приехал? Да, мотор приехал. Что за машина? BMW 7. А, ну понятно, почему она сломалась. Я тебе говорил, Мерседес покупай Ешку или Цешку. Сделаем, купим, иншаллах. Все будет. Сейчас как поедем? Сейчас поедем. Вадима, что ли, вызывать? Да, просто прогуляемся, вот здесь рядом. Сейчас пройдемся пешком, вот, 2 минуты ходьбы. А ты в зал часто ходишь? Через день. Через день, да? Обычно в какое время ходишь? В обед ходишь, вечером, утром? Бывает 2 дня, 3 дня вообще не ходил, тоже бывает. Так стараюсь ходить.
через день. А вообще зачем тебе спортом заниматься? Для чего это тебе? Для себя. Чтобы быть в форме, да? Чтобы в той форме, да, и для здоровья, для всего. Спорт же это хорошо. Ты дрался недавно со шведом, и его выиграл ты. Бой набрал свыше 4 миллионов просмотров, он стал очень популярным. Также я видел на просторах интернета, что тебе кинул вызов монгол. Вот по поводу монгола, я, знаешь, я хотел это сказать, короче, ну, вот хорошо, что попалось такое, короче, вот это, камеры, все такое. Говорю всем, как есть. Знаешь, как там произошло? Короче, приезжаю домой, мои ребята говорят, там вот какой-то бой предлагают, можно подраться там, короче. Там дают, там, короче, там 800, чем-то там, туда-сюда, короче. Я говорю, поговорите, короче, может, они больше дадут, короче. Поговорили, ну, там, неважно, да, там, был гонорар, короче. Я даже не знал, кто такой монгол, я даже не знал, да. Я просто слушал имя монгол, и все. А мне без разницы было, с кем подраться. Думал, подерешься, что-то копейку подниму. Договор составили, там были где-то полдня, там, бумажки, там, туда-сюда. И бой на следующий день. А я вообще не готовился, ничего, просто так пошел подраться хотел. И, короче, договор заключили, все, приезжаем туда. Я говорю, покажи тогда мне соперника, короче. Когда я увидел соперника монгола, я, честное слово, я не хотел с ним драться. Я говорю, ребята, я не собираюсь с ним драться, я не подерусь с ним. Я думал, что скажут, люди что скажут там, короче, взрослые, не взрослые. И потом начали мне говорить, какая разница, взрослые и молодые дерутся, это бизнес, это, короче, там бои, не бои, короче, там ничего такого нету, там туда-сюда. По-любому я не хотел драться. Я говорю, нет, вот мои ребята все, они даже в хардкор все подтвердят. Я не стал драться, я говорю, я не буду драться. А там договор заключили. Если я не подерюсь, короче, да, я должен ему со своего кармана 500 тысяч отдать. И, короче, как так 500 тысяч, то поговорили, ну, уже надо было 500 тысяч отдать по-любому. А я там смотрю, там какие-то у них там кто-то выступает, кто-то что-то такое, короче, на самом деле был там конкретный грязь была. Грязь была, да? Да, очень сильная грязь была, я даже, короче, убежал оттуда, короче, я говорю, короче, никогда в жизни я такое не покажу. А потом там с ребятами, короче, отошли, там с кем договор был, там туда-сюда. Честно сказать, на то время у меня 500 тысяч не было даже отдавать, короче. Я без денег был, без ничего, как думал, сейчас договор составлю, по-любому понимаю, это, короче, судебный пристав и все такое, да. Будет приходить, просить, и эти 500 тысяч откуда я дам, я даже не знал. И потом думал, короче, да, что он взрослый, тоже что взрослый, да, там, мне тут 36, да, ему там 42-43, короче, думал, я, Аллах, дай мне такую возможность, чтобы я вышел. Уговорили пацаны тоже, чтобы я вышел, я руку вообще не поднял, просто взял, короче, так задушил, и чтобы я вышел. Ты его, короче, да. Аккуратно задушил и выиграл, да? Да, и я также вышел, короче, я сказал им тоже, вся эта грязь, чтобы здесь не было, отдельно мой бой, короче, вот в таком, короче, формате, короче, мы договорились, короче, потому что, когда эта грязь я увидел, я даже ушел оттуда, когда я у себя вот... Там какие-то голые девушки, да, там где, грязь какая-то где была. Где занимаются, короче, комнаты, мы со своими ребятами, когда там просто ждали этого боя. Я сказал, что это нигде не было, ничего не было, просто мы выходим, деремся, короче, и все. И вот так же и получилось, да, я даже с ним, короче, вот его сведом, когда дрались, ты сам все видели, да, короче, да, я хотел его побить, да, туда-сюда. А я его вообще не хотел его не побить, ничего, это монгол, короче, монгол, да. Монгол очень слабый, да, для он тебя. Тоже мне звонил, а? Монгол для себя слабый был? Ну, честно сказать, да, короче, да, я ему даже, короче, не особо там пытался там или проход ногу делать, или его кинуть, короче, или ему что-то делать. Я просто Всевышнего попросил, чтобы я вышел, я просто задушил, чтобы руку не поднял и вышел. Получилось так, я вышел на первом раунде, там, туда-сюда повозился. Я даже не знал, как ему прием сделать. Показать, да, его, да, показать ему прием. Или там ему ударить, у меня мыслях не было. Я просто думал, как же его схватить и задушить. И как-то схватил, задушил, вышел. И все, как оттуда, да, как оттуда вышел, мы сразу уехали. Да, вот так и получилось, брат. Некоторые могут сказать, а он с ним вышел, он с ним подрался. У меня просто выхода не было. Выход-то всегда есть, но опять-таки я подумал, да. Подумал, да, что там такого, короче. Не, ну если аккуратно задушил, да, что да, это плохого, нормально. Да, тем более договор там заключили, с карманом у меня 500 тысяч давать не было. Жесть. Тем более он сам дерется, там, короче, с кем попало, что попало, да, короче, и сам вызывает тебя, сам же тебя тянет. Если говорят о том, короче, чтобы взрослый человек, тебе же молодого тянет, да, там подраться, да. Если он такую себе позволяет, если на то пошел, почему это молодой не должен с ним подраться, любой человек, да, если да. И получилось так, да, зашел. Так, аккуратно задушил, да, и вышел, задушил, да? И ушел, да. Забрал кто-то может так подумать, кто-то может так подумать, пускай как по кайфу так и думает, да. Но я знаю, почему это сделал, к чему я пошел, и как я хотел это сделать, я сделал, ушел, вот и все.
Понял. И при этом, короче, у меня никакого к нему ничего такого, короче, вообще там даже не ходить, там, ему что-то такое сделать, там, у меня в душе ничего такого. Ты вот завершил карьеру, сказал официально, что больше не будешь драться, вот не хочешь драться. А вообще, если тебе поступит хорошее предложение с кем-то нормальным, известным подраться, ты не подрался бы там, если нормально? Нет, завершит карьеру тоже, как другие спортсмены, да, там, я там не дрался, не тренировался, там, завершит карьеру тоже, такого слова там нету было. Я просто сказал, я один раз выйду, короче, подерусь, короче, да, от того, что он на меня много что лишнее говорил, я один раз посмотрел его ролик, да, и я тебе всегда говорю, дай да его мне, да. Ну, и вот так вышел, подрался, да. А смотри, вот на него было злость. Смотри, это могу так случайно попасть, я даже не знаю, это до этого было. Да, смотри, вот непобежденную карьеру завершили Хабиб Нурмагомедов, Флойд Мэйвезер, и также этот список носит тебя тоже. У тебя рекорд 2-0. Мне список туда вносить нельзя. Почему? Ну, не хочу, да, потому что... Как эти ребята, короче, я не делал такого, короче, постоянно свой труд, там, в спортзалах, там, то все, короче, я этого не делал, Мурат, да? Ты делаешь больше просмотров, чем эти спортсмены. Тебя больше смотрят, тебя больше любят. Ну, вот. Я не знаю, откуда знаю. Не обязательно же постоянно в зала зависать? Не обязательно, конечно. Почему постоянно? Только спортсмены, только другие, что есть люди другие тоже, короче. Поэтому я считаю, что ты заслуженно входишь в список об этом. Бойцов, которые завершили карьеру, они побеждены. Но мне кажется, ты должен обязательно еще два боя провести, минимум. Не-не. Это же это не значит, что я кого-то боюсь, это не значит, что я не хочу денег, не. И никого не боюсь, и деньги хочу. Просто я говорю, что у меня травма в трех местах челюсти. Ну, да. Да, мне выходить там, короче, я тоже не гиряк, кто-то, кто попадет нормально, да, потом, короче, этим челюстям опять его ломать, короче, мучаться. Зачем мне ради денег? Я этого не собираюсь. Я просто с ним подрался, короче, вот, чисто вот за его язык хотел просто наказать. Популярность хорошая штука или плохая? Очень плохая. Да, никуда не выйдешь, нормально время не проведешь. Очень плохая. Откуда-то фоткают, снимают, а? Да, есть такое. Видишь, уже Мурат. Все, как дела? Ты снимаешь, что ли, или фоткаешь? Фоткаю, фоткаю. Ну, давай фоткай. Спасибо, Мурат. Спасибо. После, когда фоткаешь, когда снимаешь, говори, хорошо? Спасибо. Давай возьмем, давай. Этот, будете какой-нибудь сок там туда-сюда, а? Какой-нибудь воды, не будете? Мурат, а вы часто фоткаются с тобой? Я раньше вообще не хотел ни с кем фоткать, первый раз. Не от того, что там... Не хотел или год, или как-то что-то, да, а просто вот неудобно было, да, мне. А потом, когда дети начали подходить, там, женщины, да, как-то, короче, и я не смог их там, вот как-то оттолкнуть, чтобы не хочу с вами фоткаться, и начал фоткаться, да, а сейчас все совсем фоткаются, что делать? Не, меня, говорю, удалили оттуда, то, что ты снял, удалили оттуда. Ты хоть говори, да, когда снимаешь, да, снять, да, фоткаешь, да, я не люблю это, короче, да. Мурат, да. Из-под тишка да. Снимал тебя. Ну, нельзя такие вещи конечно. Делать. Да. Просто не, фотка, да, плохого не подумай, да, я не люблю, когда с потычка снимать, зачем это надо? Там все сняли. Ну сняли, не сняли, я же со всеми тоже бегать не могу здесь, но я же видел, что нагло стоишь, снимаешь. Вот спокойно жить не дает, да, здесь? Так, ну что, может, ювелирный салон зайдем там, цепочку, мэпочку, девочкам купим? Какой девушке? Я ну, купил здесь свою дочку. Да? Не здесь, по-моему, дочки? В другом, да. Да, серьгу взял, подарок на Новый год. Изумрудный. Да? Да. Да нет. Даже моя дочка самая любимая. Салам алейкум, скажи. Салам алейкум. Ахмат зовут. Как дела? Скажи нормально. Скажи нормально. Как тебя зовут? Ахмат, скажи. Красивый. Давай. Давай. Салам алейкум. Дожди у тебя на секунду. Это, позавидуй сына, да? Благодарю его. Давай. 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 Держи, 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 держи. Шоколадку купи себе, быстро, быстро, быстро. Ой, как он молодец. Спасибо, давай. Вам тоже спасибо. У меня есть ребенок, дочка, да? Я очень сильно люблю и всегда вот, чем могу, помогаю, да? Вот когда детей вижу, я свою дочку вспоминаю, и этим детям отношусь как к своим родным. Вот, вижу, да, я это не могу. Я что-то покупаю там, например, в магазине, там, шоколадку возьму, или что-то такое, короче. Вот тебе и зал. А вот тут танцевальная бумага, да? Да, здесь танцуют девушки. Танцует. Вот смотри. Кто-то двигал. Не, учит твой Оскар, нет? А? Учит твой Оскар. Да не, какой мой Оскар. Мой Оскар ушел. Вот гардероб.
Вот смотри, туалет, туалет, душевые, душевые, вот парилка. Базары. Вот парилка, позанимался. Смотри, какая парилка. Смотри, смотри, смотри. Уже горит, готовая, смотри. Я сюда вышел, все, нажал, иди сюда, я сейчас нажму его. Все, все налажено. Короче, ребята, особо переодеваться не будем. Также я зайду сейчас, короче, табочки одену. Ну как тебя, Асхаб, спазал? Четкий, брат. А вообще до тренировки энергетика можно пить? Ничего страшного? Не обязательно, я в любое время пью. Организм? Чисто. На это стоят, это можно, это нельзя, это вовремя, у меня такого не бывает. Я что хочу делать. Как есть, так да. И делай, да? Да. Мы же не профессиональные какие-то бойцы. Мы такие уличные. Колхозник. А, колхозник, да. Я сумку не поставил. Ничего страшного, да? Не никто не украдет? А? Никто не украдет? Думаю, нет, здесь порядочные пацаны. Ну ты бы взял бы эту сумку сейчас. Это нет. Ну другие тоже, думаю, не возьмут. Все, пойдем, зайдем в зал. Ты все меня вот так судишь, да? Ты эту сумку взял бы. Давай взвесимся, посмотрим, какой у тебя вес. 71,5. Ну, 71. Как думаешь, сколько я вешу? 106. Я иногда прихожу здесь, один бываю. Пару человек приходит, а потом 7-8 человек. Там девушки бывают, женщины бывают. Приходят, занимаются, да? Красивые девочки бывают? Красивые, некрасивые, нельзя же смотреть. Почему? Ну, я думаю, некрасивые сюда не придут. Не, наоборот, некрасивые придут, чтобы красивыми быть, не? А, ну да. Ну что, как зал? Четкий, четкий. Вот там Герман тоже есть. Я хочу его ударить. Как думаешь, как его зовут? Откуда? Дермикса написал? Не, все его знают, как его зовут. Я не знаю, честно. Ты не знаешь, как его зовут? Его зовут Герман. Когда интересен даже. Герман зовут его, да. А что, чего ты взял? Ну, так его зовут, все так зовут его. Да, Герман. Ну, значит, Герман, да? А ну, давай, покажи свою, да. У меня кисть болит. Болит у меня. У меня две пальцы сломаны, как и кисть болит. Прямой удар какой у тебя? А? Прямой удар. Ну, не знаю. Я обычно пью вот такой. У меня болит очень сильно из-за того, что... ну, я недавно дрался, короче. Я хочу, чтобы ты показал двоечку. Двоечку? Бам, бам, бам. Не, как ты говоришь, у меня тоже палец сломан. Я не Тома, хочу, да? Да, я не хочу его ударить. Короче, аккуратно. Да? Да, просто как, да, как обычно, как холхозный бас пошел, да? У меня не было там ставить там как-то да, что-то. Да. Как попадется, так ударяю. Как идет? Вот смотри, конечно. Прикинь? Сразу. Видишь, кони, лошади, видишь? Да. О. Вот, конечно, смотри, они там не ходят, как здесь гуляют, их толпа бывает такая. Это твоя, что ли? Да нет, это какая. Бойцы есть, которые дерутся в ММА? Они приносят благо вообще народу? Благо для общества? Да. Почему? Ну, они же... Ведь бои это же опасно, также это, ну, не, грех опасно, бить да, друг друга да, по лицу. Самому, как ты говоришь, по лицу ударить тоже нельзя, ну... Лучше так спортом заниматься и людей привлекать на спорт, чем, короче, сам понимаешь, да, что я хочу. Гулять, хочу, ходить, кайфовать, да? Да? Тоже дерутся у них, это, короче, они хотят этого, деньги зарабатывают. Я думаю, деньги, которые заработали, тоже многие спортсмены сами, кому помогали, что помогали. Нормально они делают. Твой самый любимый боец кто? Мага Исма. Мага Исма, да? Я его просто обожаю. Он, ну да, Мага Исма мне да, тоже нравится. Да, он, пускай мне другие, короче, бойцы правильно поймут, да, короче, да, все хорошие, да, все такие, я ничего не говорю. Но есть же человек, который тебя привлекает, да, короче, там, я всегда его ролики тоже смотрю, там, где бы он ни был, там, туда-сюда, когда он дерется туда-сюда. И, да, не знаю, я его никогда не видел, но я всегда смотрю на него, короче, да, я его чувствую, очень хороший, очень добрый, да. Очень порядочный, очень такой, да, спильчивый, да, у всех есть такой, да, но он вообще красавчик. Ну, смотри, Мага Исма в любом случае этот ролик увидит, вообще... Салам алейкум, брат. Хотел бы с ним встречу организовать, Мага Исма? Ну, увидеться, познакомиться, потренироваться, может быть. Хотел бы, да. Мага, в любом случае ты этот ролик увидишь, салам алейкум тебе. Да, с уважением к тебе относимся. Как я понял сейчас и узнал, Мурат является твоим фанатом, да, так сказать. Так что давай организуем встречу, проведем тренировку. Я думаю, это будет интересно для наших зрителей. А вообще, есть еще другие бойцы? Он очень скромный пацан. А как тебе Чимаев? Амзат Чимаев? Амзат Чимаев. Тоже так же, да. Хороший боец, хорошо дерется, короче. Тоже скромный, он лишние вещи не делает, там, туда-сюда, короче. Он газует по-своему, да, короче, да. Правильно ты делает. Видел, да, это? Да, конечно. Не, он молодец, он вообще...
Да, моим любимым тоже является Мага Исма, Хамзат Чимаев, кто еще. Ну смотри, мне даже нравится Конор Макгрегор. Конор. Потому что благодаря Конору, Конор, ну, он не лицемер. Какой он плохой, так он и есть. Он не скрывается, он никогда не говорит, что он такой хороший. Такой есть Конор Макгрегор. Главная черта, которая мне нравится в Коноре, то, что он никогда не говорил, что он является хорошим примером. Не знаю, кем он является, я просто хотел, чтобы Хабиб его побил бы. Но он побил его уже? Да, я даже не спал, я ждал это, я в Ставрополе когда был. Да, в Ставрополе был, квартиру снимали, там остальные, я даже не спал, смотрел его грудь, что он его побил уже. А так кто он, что он, да, то, что он матерится, не матерится, мне не надо его обсуждать, пускай сам разберется своими делами. А вообще, по поводу Хазбека и Абдурозика, что ты вообще думаешь по поводу этого боя? Ты вообще хотел бы, чтобы этот бой был, либо же нет? Да. Почему? Ну зачем? Травма получит кто-нибудь, дети, да. Дети, да? Конечно. Травма получит и так, травма получит и в душе, зачем? То есть лучше... Их не надо пускать, их наоборот надо, у кого что есть, им давать, помогать, их поднимать, что-то делать, что-то обнимать, вот так оно с ними было, а не так там. Да, можно побороться, просто побороться. Да, побороться, да. Ну и то, я думаю, не надо же. Не надо, да. Да. Ну, они друг друга обидятся, да, зачем? Кто-то выиграет, кто-то проиграет, да? Да, конечно, всегда так, кто-то выиграет, кто-то проиграет. Лучше эту историю завершить на такой ноте, конечно, да? Конечно, лучше вот эти деньги, которые там им дают, пускай, короче, все соберут и отдадут тому и тому. Да. И пускай дружат между собой. Вот и все. 2021 год. На первом популярности, наверное, Хазби, потому что Хазби достиг мирового уровня. На втором месте по популярности Исрапил Мурат. Вот. Вот реально второе место по охвату вообще в России. Ты набрал огромный охват и огромную просмотр. Я всегда по жизни хотел бы, чтобы Хазби был всегда на первом месте. Да? Клянусь Аллахом. Всегда, да. Чтобы он был во всех делах, чтобы он первое место было. А я хочу проверить, насколько ты силен и на что ты способен. Тебе 36 лет, не молодой, но форма у тебя хорошая. Интересно посмотреть, на что ты способен. Сегодня у нас будет 3 теста. Сколько подтягиваний ты сможешь сделать на турнике? Какого у тебя жим лежа? Сколько килограмм ты сможешь вот так выжать? Не, жим лежа я особо не делаю, я там вес не добавляю, ничего. Килограмм 70 сможешь? Я себя просто 70 поднимаю. Сможешь? Ну не знаю, посмотрим. Давай проверим. Да. И так... Не, что я хочу сказать, у меня особо такой не бывает, там, вот да, жим, я понял. Это, там, тяжесть жизнь, там, сколько я поднимаю, сколько не поднимаю, это не бывает. Я для себя делаю все пару подходов и ушел. А также хочется проверить, сколько ты можешь поднять на бицепс. Ну не знаю, сколько подтянусь, да? Бисмиллахи рахмани рахим. Давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 18, 15, 20. По большому желанию еще 3-4 можно было. Не, ты четко сделал, Мурат. Нормально, да? Да. То есть в плане полностью отпускался и полностью делал, а не вот так. Да, да. Молодец, молодец. Учитывая то, что Мурат не занимается спортом, стабильно. Это очень хороший результат. На данном этапе я, наверное, смог бы раз 12, если в такой технике правильной. Как все заметили, очень хорошая фигура. Я хотел бы, чтобы ты показал свою фигуру и как добиться... Не, некрасиво, не. Брат, ну это спортзал, что ты... Не, спортзал, понятно, да, это видео буду смотреть там. Ну, сам понимаешь, женщины там, дети, не хочу. Так-то да, все бойцы дерутся там. Но ты же тоже выходил в футболке в бой. Не, я понял, да. Так же, короче, и спортсмены, да, там дерутся без футболки, да. Все дерутся даже, там ничего такого нету. Ну, как-то не по кайфу, не знаю. Понял. Честно. Понял, хорошо. А так чуть-чуть могу показать. Откуда такое пресс у тебя? От как? Оно у меня всегда было, вот с борьбы, как с детства ходил на борьбу. Да, в Мазарарит, там первое место, короче, занимало. Ну, все знали, кто тренировали, там две места было, у меня вторые места. А остальные все первые места у меня на борьбу. До 9 класса. Все думают, что ты на химии сидишь. Химия бывает, как у тебя, смотри. Это же не химия, брат. Не, вот как думаю, да? Когда ты женишься, химия какой бывает? А я такой жирненький, да? А? Не, ты сам по себе например, такой, не знаю. Что ты делаешь, я не знаю, брат, но никогда, никогда в жизни не делал никакой химии. Не делал, да? Даже то, что дома было,
Я говорю, его покупали, принесли, я два раза его употребил, и все, он так же стоит там. Понял, понял. Ну что, перейдем к жиму лежа, что-то отдохнешь, и давай к жиму лежа перейдем. Жим лежа, наверное, я не сделаю нормально. Ну, килограмм 70, я уверен, что ты сделаешь. Может быть. Давай так, пустой гриф, разминку сделай грудь, чтобы не было никаких травм. Сука, что? Проще, что 5. Все, тихо, хватит, тихо, не шуми. Все, теперь отдохнешь минут 2-3 и уже приступим к рабочему. Этот год стал для тебя, можно сказать, каким-то особенным, потому что именно в этот год, этот период у тебя жизнь сильно изменилась, тебя знает вся страна, вся Россия. И будет что вспоминать в старости, да, если мы до этого доживем. Вообще, вот это все, все это сохраняется в интернете, все эти ролики будут в интернете. Если ты, примерно, доживешь до 60 лет, смотря эти ролики, какие у тебя вообще, как думаешь, какие у тебя эмоции будут? Я хочу, чтобы там было, и раз такое получилось, да, я хочу там, чтобы вот мои ролики, чтобы не было, чтобы все были такие искренние, все такие хорошие, чтобы приятно было любому человеку посмотреть, даже и детям. Понял. Как у всех нормальных людей, которые там как по видео видим, там, и по телевизору видим, да, чтобы приятно все было, да, брат. А нам дочку у тебя? Да. А, понял. Я очень сильно ее люблю. И она вообще видела тебя в интернете, вообще смотрела? Да, она говорит, я когда общался с папой, я тебе там я это видел, когда папа говорит, и смотри, Хохолович, есть такая, как. Я говорю, это не папа, нет, это папа, как. Что есть? Ну не хотелось бы, да, чтобы она знала, что ты вообще... Конечно, брат, а кто захочет? Ты захотел, что ли? Никто не захочет, да. Поэтому, да, вот все люди, которые делают это интернет, тоже все это грязь, да, когда человек говорит, плохое что-то произошло. Зачем его закидывать, обобщать его, чтобы люди смотрели, кто-то может подумать, что так надо делать, короче. Наоборот, такие видео взял, удалил, кто это делает во всем мире, да, взял, удалил, убрал его, и все. Хорошее оставляет, хорошему переводит. Вот так и все, да. Зачем его плохие вещи ставить, чтобы дети смотрели, все, другие смотрели бы. Когда ты приходишь сюда, потренировался, ты с хорошим настроением хочешь туда? Да, я прихожу сюда, вот позанимался, пришел домой, покушал. Чай попил, намаз сделал, короче, вот ложусь на кровать, как будто я все долго отдал, все хорошо на душе, все спокойно, самоуверенно лежит, все, вот так вот, да. Бывает, честно сказать, что скрывать, да, бывает вот недели там, две недели, короче, вот намаз, все, вот эти нервы поднимаются где-то, ну, сам понимаешь, о чем я говорю, да, насчет этого всего. Там нервы, тут нервы, туда все, бывает, вот отхожу от этого, короче, пару дней, могу жестко себе дать отдохнуть, да. Да, а потом прихожу себе, думаю, блин, зачем мне это надо было? Это что, вихо, что ли? Наоборот, жалею жизнь. И стараюсь эти два дня даже не пропускать, короче, не отдыхать. Поэтому, если вы решили отдохнуть, либо у вас депрессия, стресс, приходите в зал, тренируйтесь, и все будет нормально. Правильно говоришь, надо здесь, короче, все убивать, все здесь, снять вот этот стресс, месть. Так и есть, так и есть. Приходите в зал, тренируйтесь. Все свои силы отдаете тут. Мозг отключается, вот ты чисто тренируешься, вот злость у тебя, злость, и нормально успокоился и пошел. А дома, когда где-то что-то бывает, ты много думаешь, много там начинаешь, там туда-сюда, и окажешь там какое-то место, приходишь потом в себя, думаешь, зачем мне это надо было? Но это у каждого нормального человека, у каждого они есть, ну, надо стараться не делать этого. Ну что, перейдем к рабочему весу, посмотрим. Давай сперва попробуем, что у тебя получается 50 килограмм. Не надо, это тоже повесить. Не, давай попробуем. Посмотрим. Давай попробуем, да. Получается, честное слово, я не пробовал. Давай это попробуем. Получается 80 грамм, это больше, чем твой собственный вес. Я просто когда поднимаю, короче, вот маленький вот так поднял, 3-4 подхода сделал и все. А так не смотрю, сколько здесь. Получается, есть, сколько тут 80 килограмм. Нет. Да я не подниму, на 80, сколько я подниму. Давай, спокойно. Давай что, да? 80 грамм было. Мурат, я хочу, чтобы ты 85 выжал. Ну попробуем, если получится, получится. Нет, да. 80 грамм было. Если даже не подниму, ничего страшного. Да. Нет, здесь 5, ты 2,5 закидываешь. Тут есть 5. Вон же там есть. Это много будет, реально? Нет, может нормально будет. Попробуем. Получается, да? Тут 90 килограммов. Да нет, да какой 90? Я не серьезно говорю. Да? Иншалла, если я его подниму... Кто-то получается уже заслуженный зимовик. Нет, капитальный я молодец. Базара нет, да. Но знаешь, что говорится? Настоящий, короче, крепкий мужчина должен жать минимум 100 килограмм. Да ладно. Но это, конечно, не сразу же, правильно? Ну, да, конечно. А ну-ка, давай попробуем. Ну, это который, спортсмены есть? Да. Бессмертно. Жми. Не поднимай, не трогай. Я не трогал почти.
Нормально, нормально. У меня кисть болит. Интересно, я получится у меня или нет? Да, получится. И у меня кисть болит. Да, друзья, обязательно разминайтесь. Просто, ну, для меня он вроде бы небольшой вес. Но посмотрим, получится или нет. Но из-за того, что у меня кисти травмированы, может, даже не получится. Попробуем. Но обязательно размик я должен... Не, Мурат, можешь оставить. Не, я просто придержу. Я его не трогаю. А ты его спокойно... Не, убери, убери, убери. Просто убери. Убери, не, убери. Ты вот это сейчас оставил, да, тебе, типа я один... Вы их постоянно поднимаете. Если я месяц буду их поднимать, я с тобой могу даже на спор пойти. Кисти болят у меня очень сильно. Я первый раз в жизни поднимаю. Вот. Это получается, во время берчика, когда я дрался, я просто бил, как будто грушу бил. У меня прям реально, я не знаю, ну, короче, болит все. А так, понятное ты дело... Ты молодец, хорошо поднимаешь. Не, я же раньше штангами качал, да, качался. Да, ты качался, поэтому у тебя есть, да, опыт. Есть, ну, смотри, я максимум 18 лет жал 178 килограмм. У меня нормальная качалка. 170? 178. А, 178. Да, я стабильно качался. Жим, да? Получается, ты сделал 20 подтягиваний. Это очень хороший результат, учитывая твою технику. Я считаю, 15 было прям чистую. 5 были чуть с косяками, но пойдет. 20 подтягиваний мы засчитали. Не с косяками, брат. Все, когда поднимаются вот так, бывает как-то поднимаются. Ну, да. Ты же поднимаешься, не, спускаешься. Нет, все четко было. Я вообще говорю, чтобы потом не писали в комментариях, ай, уй, понял? Если комментарии будут, писать, мы 25 тоже сделаем, брат. Да. Без проблем. Жим лежа 90 килограммов. Теперь переходим на подъем бицепс. Это прям такое интересное упражнение на бицепс. Мне кажется... А ну пойдем туда. А ну-ка давай. Там, там, смотри, есть, там есть, там смотри, есть. Смотри, Мурат, обязательно после... проведенного упражнения, обязательно нужно разобрать штангу. А? Так что разбираем, да. Это что такое? Это обычай, что ли, что? Ну, а? Не то, что обычай. Смотри, это... чтобы не упало, смотри, одни сними там. Не то, что обычай, это как бы, ну, так нужно, чтобы один, последующим... А, один здесь был, оставь. Не было? Или не было? Да. Чтобы последующим было удобно. Ты кино смотришь? Такое. Ну, вообще, кино смотришь? Да. Твое самое любимое кино какое? Я люблю эту «Бригаду». Бригада? Да. Реально любит? Да, оно чисто такое пацанское кино. Хорошее. А в «Бригаде» снимался тот самый актер, на который на тебя похож, да? А, Давиченко, что? Ну, говорят, на меня похож, я не знаю. Да. Может, похож в чем-то было там, не знаю. Есть, чуть-чуть есть такое. Есть, да? Да. Как из говорил, что-то похоже. Хотел бы с ним познакомиться, ведь он является главным героем этого фильма. Не, познакомиться, конечно, хотел бы. Не то, что с ним, со всеми вот этой бригадой, как всех ребят. Хотел бы, да? Да, они... Давай организуем встречу, это не проблема, я думаю. Да, они хорошие ребята. Да? Я постоянно смотрю их машины, думаю, здесь только, когда она вышла, я всегда смотрел этот фильм. Вот это «Бумер», да, Вот, наверное, из-за этого фильма у тебя любовь к BMW. Нет? Может быть, а может и нет. Не знаю, даже не могу ответить. Мне сама BMW мне нравится, да, такая интересная. Друзья, вещь. Давайте так. Если вам интересно, если вам зайдет такой формат, давайте снимем небольшое кино с Мурадом, составим крутой сценарий, пригласим разных крутых, может быть, там, популярных актеров, да, чтобы поучаствовали. Чисто мы... сесть пообщаться, да, там, 20 человек. Да, да, снять такое крутое кино, да, знаешь, для нашего зрителя. У нас огромное количество зрителей, которые постоянно просят, чтобы я снимал с тобой ролики. Вот, и для них мы это делаем. Для них я тоже скажу вам всем спасибо большое. Кинулся вот от души искренне говорю, да, никого не обсуждаю, никого, и прошу вас тоже меня не обсуждать. Пожалуйста, я устал от этого, я не тот человек, который, ну, не можем вот так обсуждать жизнь. У всех есть грехи, у всех и все. Ну, реально, да, то, что я здесь говорю, да, мы всегда об этом говорим, обсуждать человека нельзя, зачем это надо. Ты тоже что-то неправильно сделал, всегда за тебя вот это говорить, зачем мне это надо? Да. Просто получилось тоже, ничего не получилось. Не обидел, ничего плохого, ну было, это уже, я даже не хочу за него говорить, и больше давай к этому теме тоже не вернемся, дальше будем идти туда-сюда. Ну что прошел, короче, просто не надо меня обсуждать в плохую сторону. Я не тот человек, который может меня обсуждать в плохую сторону. Так. Кинулся, вот, всех вижу вас наравне, ни одного ниже, ни одного там больше. Себя тоже так ставлю, всегда я ниже себя не ставлю, выше себя не ставлю. Всеми люди, которые Всевышний создал у нас, один такой бывает, один такой бывает, одному объясняю, что он хорошим приходит, короче, бывает, который не приходит, короче. А у кого душа есть, у кого вот искренность такой есть, он по-любому это осознает, а по-любому как-то... Я могу послушаться даже ребенка, если он правильно еще говорит. Если я неправильно сделал, как другие там дальше больше, я там не буду там отрицать, я скажу, да, неправ я был, не обессудьте. Тут 32 килограмм веса. Мне кажется, на бицепс ты это, ну, спокойно поднимешь.
Вот это? Да, 32 килограмма. Может быть. Я его пару раз поднимал, тогда еще. Давай, 32 килограмма веса. Не упадет он? Один раз только поднимай. Поднял, все, ложи. Мы докинем вес сейчас. 32 килограмма ты сделал. Давай дойдем до 40, мне кажется, 40 килограмм ты сделаешь. Давай. Тут 42 килограмма веса. А это как цемент, мешок цемента, да? Да, это как будто мешок цемента на бицепс брать. Мне кажется, я должен спокойно его сделать. Смелая. Я! Четко, все. Четко? Все, хватает. Ребята, все, цирк окончен. Палец схватил, она у меня сломана же. Когда я дрался, ты же помнишь, что это сделали там? А болит, да, у тебя он? Конечно, всегда болит. Она уже 5 лет у меня. У меня тоже. Шут он... удар, когда он полностью опухает. Смотри, Мурат. И месяц-два месяца она заживает. Очень даже на носки, когда одеваешь, больно бывает. Бывает такое, у меня тоже сейчас пальцы болят, не знаю, чем это связано. Смотри, в итоге как? Мне кажется, ты спокойно сделал бы 50 килограмм на бицепс, но мы остановились на 42 килограмм, потому что это травмоопасное упражнение, может бицепс порвать. Но на данный момент что мы видим? Ты сделал 20 подтягиваний, 90 килограмм жим лежа и 42 килограмм поднял на бицепс. Надеюсь, через полтора месяца, когда мы будем вместе проводить тренировки, у тебя жим лежа будет 120 килограмм. Не, если я буду делать его. Смотри, делай это упражнение стабильно. Это очень хорошее упражнение для укрепления, да. Жим лежа? Жим лежа. Вот сперва сколько одет там? Вот примерно смотри, я начинаю. 50 примерно. Килограмм берешь, делаешь, 60 килограмм делаешь. И таким образом на каждой тренировке старайся добавлять по 3 килограмма, по 5 килограмм. Все, я тебе. И каждая тренировка изначально 50, да, говоришь? 60. 50-60 килограмм. И будешь вот так расти. Вот 50. Это хорошая вещь, которую я делал же. Она вообще шикарная. Лучше сделать свободным весом. А свободный вес – это штанга и гантели. Таким образом, у тебя мышцы быстрее будут расти. Не, гантели не люблю я возить. Не любишь? Но это очень хорошее упражнение. Не, я не люблю. Так, турник, короче, вот это сделал. Как ты, короче, поднял. Вот она хорошая вещь тоже. Вот. Назад делаю, встал, вот это потянул, короче. А гантелем сидеть, возиться, это все, короче, зачем? Раз, по 3, по 4 подхода, того, искупался, ушел. Такой тренировки, которую мы сейчас делали, этой тренировки достаточно, либо нет? Да нет, бро, я сюда прихожу, 2 часа минимум бывает. Серьезно? Ты 2 часа тут тренируешься? Да, по телефону общаюсь, там, подход сделал, там, кто-то позвонил, с ним пообщался, там. Там дела порешал, да? Да, так, расслабился, себе пришел, искупался, пошел, вот так вот, больше ничего не надо в жизни. А вообще, молодежи посоветуешь ходить в зал? Конечно. Обязательно, да? Конечно, с детства даже, с детства. А со скольки лет, как думаешь, можно ходить в зал? Честно сказать, я не знаю эти вещи. Скольки, третьего, второго класса, да? Эй, короче, не будем вообще давай, ставить. Давай. Я не ставлю руки, серьезно говорю. Давай, у меня мужчина. Слабая рука. У меня тоже так то как мы сюда говорим. У меня болит, ты чуваки. Ты меня поставил. Я не ставлю руки. Ни с кем не ставлю, серьезно говорю. Ну, любой даже ставит. Не поставит? Да поставь, да. У меня кисть болит. Я за свою жизнь, наверное, раза в три, как ты говоришь, давай поставим. Да. Не могу я ставить. Не идет, да? Да, вообще, вот руки я ставить не могу. Бить могу нормально. Бить можно, да? Да. Нормальный колхозный удар могу бить, а так не ставлю. А вообще, когда ты со шведом давался, сложно было тебе, мандраж был? Я вообще ни о чем не думал. Я никого там не слышал, не видел. Имеется в виду, моя задача была зайти, короче, и что, по максимуму, что я мог, короче, чтобы сделать, да, за его язык, вот и все. А так после этого всего тоже я за него вообще не думаю, никогда не вспоминаю. Ты его вообще реально ненавидишь, да, его? Я говорю, даже не вспоминаю, говорю, не думаю. Почему даже ненавидишь? Не, он никто, пускай своими делами занимается, вот и все. Спасибо большое, что ты нас встретил. Вам тоже спасибо. Мурат, сейчас наступает уже Новый год. Осталось буквально там неделя, больше недели, да? Вот, что ты хотел бы пожелать людям на Новый год? Может быть, там здоровье, там, чтобы там, есть что пожелание нашим друзьям? Всем здоровья, да, всем большое здоровье, чтобы никогда не болели, короче, чтобы друг друга, короче, там, как говорится, не обсуждали жизнь, там, за друг друга там не искали что-то такое, короче, да. Человек, если ошибся, как-то ему помочь, то, там, поддержать, да. Чтобы этот год пошло вот так, чтобы дружно у всех во всем мире было. Не то, что здесь где-то. Во всем мире, чтобы у нас был покой, я Аллах, чтобы ни у кого вот это плохого что-то не было, чтобы все, у всех было все хорошо. Всем желаю, как своей семье, как себе, вообще семье, всем желаю вот так, чисто от души искренне желаю.
Прежде всего. Друзья, на этом наш ролик подошел к концу. Вам большое спасибо за ваш просмотр. Вступает Новый год, 2022 год. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, чтобы все у вас было хорошо. И в этом году, 2021 году, я вместе со своей аудиторией много что совершили. Большое спасибо, мы за этот один год набрали свыше 2 миллионов подписчиков. Это моя такая огромная семья, которая нас смотрит, нас любит. Ребят, вам реально большое спасибо, не будь бы вас, не было бы всего этого. Мы будем стараться делать для вас еще круче контент в новом году. Будем стараться удивлять вас. Просто хочу сказать вам большое спасибо, вас реально очень сильно люблю. Вы были на канале Асхаб Тамаев, с вами Асхаб Тамаев и Мурад. Исрапил. Да. Ставьте лайк, пишите свои мнения в комментариях. Всем до новых встреч. Пока.